Ты посмотри, обезьян на унитазе ездит. Я помню, сортирами торговал, так один клиент безбашенный вообще взял, сел на туалет и насрал. Ох, веселуха тогда была просто. Я помню однажды, когда на унитазе сидел весь бухой, я так же слетел. Сынки, я не поняла, это кто тут кричал? Может быть, это соседки, люди плохо стало, скорую надо звать. Что это такое? Ой, какая родная песня! Мы помню, всем аулом танцевали под нее, прям вот точно под такую песню. По-моему, у кого-то свадьба была. В ТикТоке завирусился необычный магазин Cozy Cover, который продает худи для... Эти худи не для девок, эти худи для пацанов смелых, йоу. Худи для чего? Для овощей, я надеюсь. Или на свою пипетку я это не буду надевать. Вообще, беспредел, парнище, беспредел. Вот в СССР такого не было, херню придумывают всякую. Я всю жизнь торговал бананами и огурцами, но такое вижу впервые. Блин, жалко, что я такой не придумал, а то бы продажи в горе пошли бы, как приора моя. Эти худи часто раздают бесплатно. Бесплатно раздают? Пойду я покупать это все. И на огурцы и бананы надевать. Вы сказали бесплатно. Ой, как весело. Ой, я первый раз такой в жизни слышу, чтобы бесплатно что-то раздавали. Правда, я не поняла, что бесплатно раздают. О, бесплатно. Блин, ну если бесплатно, то я возьму. Слушай меня сюда. Ты чё, родной, обнаглел что ли совсем? Вот напряжают сюда какие-то и наглостью своей вообще. С ног сбивают своей наглостью. Слушай меня куда, сынок? Я не понимаю, куда, куда мне идти? Хватит говорить 300. Что? Хватит что говорить? Хоккеиста? Ну, у меня, я не знакома ни с какими хоккеистами. Я еле-еле передвигаюсь. Вы что, думаете, что я в хоккей играю? Йоу, буду говорить 100. Ты прошел на тракторе ТО, йоу. А если ценник на мой продукт стоит 300 рублей? Ну я тогда буду 350 говорить. Вот это симпатично. Спасибо. Блядь! Как так получилось, мне интересно. Он умеет телепортироваться? Ай-яй-яй, какие плохие, однако ж, слава богу, побойся. Художественный фильм украли, украли кавказскую пленницу. Вот молодежь пошла лишь бы поматериться. Вот не стыдно, как ни стыда, ни совесть.